Магазин одежды загорелся в торговом центре «Сириус» в Елизаве. Пострадавшие не могут выбраться из здания, а счет идет на секунды. К счастью, это была лишь легенда для учения о пожарных полуострова. Как сообщили в МЧС, специалисты оказались на месте условного происшествия всего через 5 минут после вызова. Выяснилось, что 4 человека отрезаны от пути эвакуации дымовой завесы, и им нужна срочная помощь. Газодымозащитникам нужно было как можно скорее найти условно пострадавших и передать их медикам. Некоторым спасателям и пожарным еще сильнее усложнили задачу. Маски сотрудников заклеили плотным белым скотчем, чтобы создать нулевую видимость. Специалистам нужно было на ощупь найти работника склада одежды, который по замыслу уже был без сознания. Огнеборцам также было необходимо внимательно следить за давлением воздуха в баллонах. По итогам учений всех пострадавших спасли, для этого пожарные проверили все здание торгового центра. Параллельно огнеборцы нашли условный очаг возгорания и ликвидировали пожар за короткий срок. Добавим, в тренировке приняли участие больше 50 человек и 7 единиц техники.